Десятки лет я скитался по просторам Ютуба, узнавал секреты лучших мастеров, проводил сотни часов в медитации, чтобы подсоединиться к вселенскому потоку Чи и познать истину бытия, которая дает начало вселенской силы. Но наконец-то мои скитания закончены. Я взял все лучшее у старорусских мастеров, все смертельное у чхарька, все нереальное у заморских сенсеев, все бесконтактное у бесконтактников и все сильное у всех слабых. И создал самое лучшее единоборство в мире, которое назвал «Лучшее единоборство». Я достиг в нем такого мастерства, что мне просто пришлось возвести себя до уровня грандмастера и присвоить два пояса. Желтый символизирует подкорение солнца и управление силой вселенской Чи, а зеленый – полное подчинение всей природы Земли и зеленого змея. Мое боевое искусство такое же непредсказуемое, бесстрашное и мощное, как дикий морж, но при этом такое же прекрасное и завораживающее, как идеальный навозный шарик, созданный матерым жуком. Учитель, я что-то не понял, ты назвал лучшее единоборство лучшим единоборством? Да, непонимающая сопля улитки. Это тупо. Сейчас ты поймешь, что сомневаться в словах учителя так же глупо, как ловить ящерицу за хвост. Что, учитель, твоя техника не работает? Просто сегодня созвездие Скорпиона вошло в зад Стрельца, поэтому энергия Ки не срабатывает. Один из постулатов лучшего единоборства гласит: как утка, не снесшая яйца, не может лететь в стае, так и мастер, который не подключился к Чи, всегда может дать по Ки. Thank you.
Учитель, я всегда хотел спросить, а почему у вас седая борода, но черные волосы? Глупец, как мудрость никогда не гонится за сединой. Ум не зависит от количества седых волос, а от извилин в голове. Но, судя с того, что вы сидите и медитируете, а я стою, то вы глуп, учитель, потому что я могу ударить вас. Как карась, не верящий в глубину океана, ты ставишь под сомнение слова грандмастера. За это я перебью тебе сонную артерию. Учитель, вы молниеносны, но не настолько, чтобы с пола достать до артерии. Я просто ударю и отскочу. Учитель, это же не артерия! Как удивительная морская звезда, раз в жизни оказывается на суше, так и ты можешь оказаться прав. Но грандмастер Федорович всегда выполняет свои обещания. Как ни один синоптик не знает точного прогноза погоды даже на завтра, ни один из вас пока что не понимает, что уже начал изучение лучшего единоборства и стал моим учеником. Поэтому вам ничего не остается, как подписаться на канал Грандмастера, где будет еще больше невероятных и секретных техник, чтобы как капли в океане постигать бесконечную истину и мастерство лучшего единоборства. А за каждый лайк вы будете получать силу Чи мощной вселенной. Бджол!